Всем привет, дорогие друзья, с вами Макгрубер и опять Ленивый, и сегодня мы с вами грабим банки в игре Payday the Heist. Итак, начнем. И запомни, ни слова по-русски. Так, для начала нам надо найти менеджера. В преддверии Хэллоуина все одели маски, практически все, на тему Хэллоуин. Стелс. Вот и менеджер. Вырубите его, заберите карточку и пошли быстренько наверх. Так, охрана. Нет охраны. Всем на пол, и ты, сучка, тоже. Так, камера вырублена. И телек тоже. И телевизор, и камера все вместе, да? Так, дрель установлена. На пол, кому непонятно. Не заставляйте меня повторять дважды. Так, я не понял, Жень. Мы даже умудрились взять в заложники охранника, круто. Что? Даже умудрились взять охранника в заложники. Уже нет. Ну ты красавчик, конечно. Зачем ты это сделал? Опа, уже приехали. Все, иду на помощь. Так, компьютером этот чувак занимается. Отлично. Остановилась дрель. Надо ее перезапустить. Ага. Пускай. Блять. 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 Твою мать. О, туманчика напустили. Они уже заходят через эти окна. Черт. Какие окна? А вот эти вот ставни. Так через них нельзя зайти. Они уже зашли. А, зашли. А, понятно. А, так в них можно выйти. Охуеть. Снайпера там у них, ладно. Все,
тебя все будет. Так, подальше вот это его безобразие. Я тут посижу, вы не против? Надеюсь. Давай. Ух ты, ничего себе. Заебись. Один готов. А ты рассчитывал? Что-то долго дрель там соображает. Блин, наверху снайпера. Готов. Тишина. Черт. Блин, вот это да. Откуда, откуда меня такие электричества фигачит? У меня все нормально. Это было интересно. Ладно. Уже почти что закончено. Блин, вот это да, что-то они сегодня обнаглели. Два снайпера подряд. Ничего себе. Ладно. Козлы. Там должны быть два снайпера. Открыто. Заходим. Да-да, вперед. У кого там канистра? Да ни у кого, ебать. У меня 79 левел уже. Отлично. Что? Левел 79. Так, походу уже овердрилла не будет. Уничтожены все камеры. Ладно. Пока все идет по плану. Ты что там делаешь? Хуйней страдаю. Понятно. В лифте пока тишина. Какой-то глюк случился, видишь, нет охраны. Что? Глюк, говорю, случился. Нет охраны. А нет, появилась. Накаркал. А. Так, я не понял. А, она горит, все. Заебись. Так. Все. Все, отлично.
Так, ну, когда она уже сгорит? Фиг тебе, Сэм Фишер. Так, нам нужны патроны, да? Я понял, а, все. А у меня есть. Кто-то уже позаботился о патронах. У меня есть патрончики, все пока есть. А вот уже на пистолет заканчиваются как раз. Уже закончились. Ну ладно, фиг с ним. У меня на автомат еще есть. Стрельба вслепую. Ага, понятно. Ну-ка иди сюда, красавчик. Все, готов. Вот здесь их целая куча. Кого целая куча-то? Мусоров. Мусоров. Все. Уже не целая куча. Отлично. Идем грабить народ. Ух ты, блин, что же вы так не вовремя? Откуда вы вылезли? Франкенштейн, блин. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты снова надел эту маску? Какую? Франкенштейна. Да. Преддверие же все-таки Хэллоуина. Ну да, нужно. Какой держать Хэллоуин? Марку. Что? Когда? Когда будет Хэллоуин? 31-го. Буржуйский праздник. Почему? Ну вот так вот. Не знаю. Так, ну что ж. С Богом теперь выходим. Так, погодь, на нас же сумки должны быть. Или не нет? Волнуйся, будут. По умолчанию. Ну, странно как. Валим, 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 быстро. Ага. Сейчас. Возьму. Пистолет. А вот и нет, не получилось. Ой, я случайно завалил... Кого? Случайного встречного. Безоружного, в общем, одним словом. Хорошо же. Ну, кого ждем? Выходим. Так. Точка невозвращения. Все здесь. Все тут. А, ладно, хер. На пол. Ты сиди вот так. Блин, они поубивали их. Дезмо? Ладно. Охереть, заебись, прыгнул. Это ну ты давай, что, спрыгнул сверху, да? Да, да.
Прикольно. Вообще заебись. Вот наш транспорт. Какая скучная миссия. Зато разбогатели. Ну что ж, все было четко, по делу, с минимум затрат патрон и максимум кэшем. С вами был Ленивый и Макгрубер. До новых встреч, до новых обзоров. До свидания.